Алло всем и добро пожаловать в новый влог. Посмотрите, что у меня тут делается. У меня вся кухня завалена продуктами. Вот закупилась я. Сегодня у нас понедельник. Не все продукты, конечно, были сегодня в магазине, но они только раскладываются. У нас завтра 40, даже 42 градуса обещают. Думаю, сегодня пока у нас... сегодня тоже будет 39, вот так вот. Ой, боже, что я говорю, 39, 29, вот так вот где-то, 31 градус точно будет жары. Думаю, пока такая погодка, я поеду закуплюсь. Так что, фрай, так мы уезжаем. Думаю, пока надо для собачки все взять, в Лидл заехать, вот такое все. Так, девчата, что я закупила? Купила арбуз, картофель, потом... Для моего сыночки собачку, как собачки Рики, купила вот. Вот тоже вот такую еду. Вот всякое такое вот ему купила. Потом вот такие палочки он у нас очень любит. Сюда буду ложить. Такие тоже очень любит палочки. Вот. Потом еще такое вот. Их несколько штук, короче, я взяла. Вот такие очень тоже любит. Я покупаю Xenox. Они там немножко подешевле. Вот это по 79 центов. И те по 49 центов. Так, это 59 центов вот так вот стоит. Там подешевле просто. Если в такие магазины заехать, очень дорого. Сразу вам могу сказать. Очень-очень дорого собачья еда. И вообще собаку содержать. Мы платим штойр тоже за него. За кошку, за собаку. Ну, наверное, это везде так. Потом, девчата, что я еще купила? Хлеб. Ну, как всегда, мой любимый хлебушек. Я была в Кауфланде. А в Лидле я покупаю только вот такую воду. Я уже говорила об этом. И еще раз говорю. Потому что мне писали, какая вода. Вот именно зеленая. Это ганц нормальная вода. Так, мука. У меня еще есть мука. У меня есть 9 пачек, еще 2. Я, короче, как езжу, так постоянно муку покупаю. Потом, вот тут вот всякие такие, знаете, микс. Ну, вот это вот орешки всякие разные. Вареные яйца. Еще раз скажу, у нас вареные яйца круглый год продаются. Они всегда крашеные у нас. Если в Германии вареные яйца, то они только крашеные. Потом, вот это вот на хлеб мазать, всякое такое с яичком, там с добавлением. Потом, бариста. Это нудель, рожки. Очень вкусные, итальянские. Кстати, сейчас они красная цена. Девчата, кто живет в Германии, можете ехать в Кауфланд. Потом отсюда начну. Это на салат. Йогурт есть с чесноком. Всякое такое соус. Это уже готовое. Потом моцарелла. Я делаю в духовке картошку, там, например, что-нибудь такое делаю, всегда наверх делаю моцареллу. Потом, это сливки. Было 99 ойрочка, теперь ойра 29. Подорожало страшно. Ну, ничего не сделаешь, сейчас везде такое. Потом, 4 ойра, это стоил, это первый раз, она просто была красная цена. Так у нас ягода дорогая. Я говорю просто, что у нас сейчас сезон, поэтому у нас фрукты немножко дорогие, хотела сказать, подешевели. Но потом на них цена взлетит, потому что голубика, она всегда очень дорога. Потом паприка, 3 штуки. Потом тут у нас килограмм 3 ойра этот. Потом яблоки. Сколько они стоили? Почти 2 ойра вот эти вот яблочки. Потом... это завтра этот апельсиновый сок. Он тоже почти 3 ойра стоит. Но я его очень люблю. Очень люблю. Там 2 ойра с копейками. Да. Почти 3 ойра он стоит. Моцарелла. Потом геркулес. Так, баклажанчики. Баклажаны 2 штуки. Сегодня у меня окрошка, потому что жара такая. Вот окрошка. Я купила редиску. Потом 3 ойра и 29 центов у меня вытянула сливка. Сливы.
Вот они, сливы. Потом большой огурец. Ой, как мне сделать? Вот сюда вот так вот положу. Большой огурец на этот... На окрошку уже не стала на дачу ехать. Почему? Потому что времени нету. Не хватает. Чеснок, как всегда. Без чеснока не можем. Колбаска на хлеб. Потом бананы, как всегда. Экспрессо, кафе, кофе. По-немецки кафе. Если я вдруг что-то неправильно говорю, или я пишу с ошибками, извините меня, пожалуйста, потому что я бывает путаю буквы. Бывает, я очень путаю буквы. И вот, например, соус, да, мне уже как-то писали соус, по-немецки соус, по-русски соус. Потом спорт, по-русски спорт, по-немецки шпорт, ше, шпорт. Чтоб как бы это... Я не обижаюсь, конечно, если там я с ошибками, мне пишут, не обижайтесь. Не, я не обижаюсь, ни в коем случае, можете подправлять. Я не обижаюсь. Наоборот, спасибо большое, что как бы вы мне говорите, я исправляю. Так, потом латте, это маргарин. Это, я не знаю, как... Я по-русски на ней говорила феники всегда. Это не феники. Скажите, как они называются, я уже забыла. Я вчера показывала, снимала дерево у нас, вот это, файга, вот. Так, бананы, да, я показывала. Как всегда, пингвины. Так, сейчас в холодильник положу. Моцарелла. Я там две штуки взяла. И моцареллу такую круглую я вот взяла. Собачка моя тут на улицу просится. Стоит уже на балконе. Потом яички две пачки такие. Ну, как вареные, да. Потом целую упаковку я взяла молока. Я сейчас оставила в машине, потому что тяжело поднимать. Потом яички. Потом лебевурст. Как же он будет, как бы по-русски, либо в уст, я не знаю. Ну, вот так, на хлеб мазать. Салатная капуста. Потом, я уже говорила, сын у меня очень любит именно с Лидла. Девчата, именно с Лидла. Это зубы, это супы с грибов. Грибной суп очень, вот именно с Лидла. С Кауфланда не очень, а вот именно оттуда очень он вкусный, густой такой, знаете, прям. Потом, ну это солями, залями, салфетки там, ну как. Тут обыкновенные салфетки, нос вытирать. Тут тоже, в Дэйми, вот это я заехала, в Дэйми купила тут. Сколько их тут штук? Не вижу, 200 штук что ли? Потому что где в дорогу надо брать салфетки, нос вытирать. Потом тут уже открыли. Это мороженое. Такое мороженое. Это пицца и, как он на него, хот-дог. Купила это сейчас перекусить. Потом вот это вот тоже купила. 2 евро с лишним стоило. Сколько тут килограмм. Потом, ну, тут берлинки и эти. Это сейчас перекусить, пока я тут окрошку сделаю. Как же они называются? Донаты. Потом, что еще? Это я сейчас сюда положу. Замороженная ягода на десерт. Будем с вами десерт делать. А то я постоянно каждый день обещаю. То одно, то второе, сами знаете. То приболела. Замороженная ягода малина, потом замороженная, вот это микс всякое такое, это в холодильниках продается. Я люблю, знаете, картошку отварить, и это пережарить, и вместе, и картошку туда круглую добавить. Это тоже всякое тут такое, тоже добавлены вот эти все фрукты, гемюзы, да, а фрукты это опс, а гемюзы это овощи. Ну и как всегда фарш. Ну, вот такая моя закупка. Я заплатила из всего вот этого вот 130 ойров. 130 ойров. У нас цены каждую неделю растут. Каждую неделю растут. Ну, будем с вами прощаться. Большое-большое вам спасибо. Вот. Потом буду снимать видео там про дачу кое-что мне надо снять. Потом, как я буду собираться в Италию, вот такое буду снимать. Вот. Большое вам спасибо, еще раз вам скажу. Хорошего вам дня. Всем пока. До новых встреч.